Здравствуйте всем! Я Оксана, и жизнь как она есть. Замечательное утро, солнце, но прохладно. За эти дни все вымерзло, подсохло, можно сказать. Все так хорошо, но снег еще есть. Еще не все растаяло. Так. У гусей, что там у нас у гусей? Да у гусей нормально все. Ой. Тепло у них, очень тепло. Вот кормушка стоит, засыпаем. Получается, дня три назад засыпали. Едят столько, сколько хотят. Ну, пусть открыто. Пойду к лошади. Боря с утра напоил ее. Да, я в теплой куртке, потому что ветерок прохладный у нас. К лошади. Громко сказано, конечно. Но к лошади. Да, с утра еще хаос. Сегодня будем менять подстилку, потому что подсырело уже. Что? А? Ой, любопытные. Вот так они встречают постоянно. Каждое утро. Что, Портос? Ах ты, вот вредина самая натуральная. Не надо, он постоянно кусается. Что? Давай ему солнце. На! То бишь, сейчас он будет кушать у нас овес. Иди сюда, иди. Вань, вытащи воду у него. Овес и комбикорм. Да? Нет. Выбрасывает сено. Вот в нагу прям берет и выбрасывает сено. Вчера выпускали гулять его вместе с козами. Бедных коз зашугал. Царь горы. То бишь залез на самую верхушку, а козы, получается, в угол забились. Пришлось. Так, вот будешь раскидывать, я тебе ничего не дам. Да? Вредина. Смотри на них. Козюлина. Сейчас и вам сено будет. Да. Сейчас сено будет. С утра они получают тоже зерно. Конечно. Ваня. Боря. Да. Сейчас. Ну ты что языком так, ну? Ты уже облизываешься от слова зерно, что ли? А? Вот не надо шнур мой грызть. Что такое? Сейчас сено будет. И отдельно сидит мамочка наша, которая родила четверых коз. Старая. Вот вы спрашивали, где четвертый? Вот он четвертый. Он живет с мамой, потому что он большой, он родился большой. Вернее, это девочка. Да? Так, у всех яйцо собрали, только вот остались дикие утки. Ну подождите, хватит дичать. Вот две уточки. Два яйца. Все. Сейчас закрою. Так, у этих уже забрали. У этих тоже забрали. У этих с утра всего было два. Но они, получается, ближе к обеду
основная часть несется. Да, нету. Так, вот за несколько дней, я уже показывала, что собираем яйцо. Это вот за несколько дней мы собрали. А, в среду буду закладывать яйцо. Так, утиные уже не влазят. Ладно. Здесь куриные и утиные. Ну и, конечно, мимо пройти нашего пополнения я не смогла. Вот они. Как мышки. Это у нас цесарка. Сейчас буду, ну, разденусь и буду менять клетки. Пеленочки. Так, значит, это... Кого перевернул? Это зерно перевернул. Вот и пусть тогда ему ничего не надо. Поставили чашку, он перевернул. Значит, это индейка. Так, что ты там перевернулся? Все. А, вчера индейки 40 штук забрали у нас, да? Кто глазастый, он хорошо наблюдательный такой. Увидел, что здесь кроме индейки еще утка сидит. И здесь их 3 штуки. Это которые пробное яйцо было. Воду-то с утра я налила им, а поменять еще ничего не меняла. Ох ты! И куда ж ты пошла-то? Ну, это уже подрастающие, которые наши фоксичик и галашейки. Здесь и здесь сидят. Все. Цыплячье царство. Следующая наша точка. Точка. Это кролики и индюки. Значит, мы уже поставили ящики. Ну, я же вижу. Показывали, что акролы будут вот 18-го. Мы приготовили ящики. И по ящикам можно смотреть, что... Это мамочка еще не готовится. Ваня, открой мне. Ящики только тормошат. Эта мамочка не готовится. Эта мамочка не готовится. А эта мамочка готовится. Она пух уже нарвала. Значит, здесь у нас тоже нет чучундра. Так, здесь следующая рвет пух. Мало. Так, чуть-чуть опилок надо досыпать. Ну, а эти тоже еще не готовятся. Не хотят. Но аппетита нет. Полная кормушка. Корма не видно, да? А! Ты что, гад? Ты что это меня укусил? Вообще что ли? А, руку поставила наверх клетки, мне цапнул за палец. Ай. Ну и индюки. Кушают, пьют. Сытые и довольные. Вот у одного индюшонка у нас проблемы. Но он родился уже с такой лапой, с кривой. Его не стали убирать. Пальчики сразу были кривые на ноге. Где-то он здесь вот ходит. Где-то я видела. Ну, так с кривой ногой и ходит. Они еще не реагируют. Так, ну и по курицам. Последняя точка, можно сказать. В обходе это куры. Дверь открываем сейчас на день. Ну, у них сильно большого желания выходить. Из хатона нет. Кормушки насыпали. Кушают гнезда, так? Так, а здесь наша курица сидит. Сидит, ты что? Ты еще меня кусать будешь, что ли? Ой, все, не трогаю тебя. Забери яйцо. Вот. Вот.
Вода долита. Здесь у меня Кирюха управляется. Ну, в принципе, раздать корм, налить воды, это несложно. Что-то в этом году яйца страуса мы, наверное, не дождемся. Нет. Что, не видно? В том году было к Пасхе. В этом году нету. Днем сниму, если выйдут они на улицу. А так загородили им уже. Ой, как я и говорила, здесь пространство. Да, поставили помидоры, выйдут, будут клевать. Здесь сетка. Вот этот выгул весь для куриц. Опилки перенесли под навес, чтобы закрыто было. Дождь, мало ли что будет. Такой хозяйственный уголок, мини-склад. Большинство из этого можно было вообще выкинуть. Но пусть лучше оно будет. Пригодится. Гусыни, он, смотрю, яйцо, наверное, сидит. Сейчас посмотрю. Оборвали они скотч. Уже заклеивали еще раз. Нет, они его все равно обдирают. Да, да. Я ее спугнула. Ох, какие громкие. Все. Все. Крикуны. Самцов много, самцов убирать надо. Так, вчера привезли еще один брудер для цыплят. Вот это, Андрюш, как раз, которая побольше. Кормушку им с прям с кормушкой она с этой стороны. Это вот, которые сейчас сидят, большие. Подожди. Ну, посмотрим. А что, ну цыплят, которые? Да, которая побольше. В ком, домой, куда, конечно. Еще ждем таких два, как нам сделают. Позвонить? Напомнить? Нет. Он спрашивает, сколько, я сказал, не знаю. Я же ему до этого говорила, три штуки мама надо. Перетрубаться здесь будет сейчас. Переделать вот этот нижний, убрать. Это первые брудеры вот с этой поликарбонатом. Он неудобный. Нужно сделать туда сетку. У тебя в группе есть место? Вот. А? И в болталке группа есть? Добавить. Да, есть. Добавь его. Хорошо. А то у него зависли ангар. Ты забрал отвертки под роллеров? Ну вот. А где остались? Надо посмотреть. Вот эти сейчас туда пересаживаем. Сначала переставь клетки. Так, одну клетку, почему вот мы верхнюю не используем? Там нужно лампочку доделать. Старшие где? Кого старшие? Смотрю, курица сидит на яйцах. Ну вот утром то, что они нанесли, она еще пыталась меня клевать. Я ей подложила еще яиц. Ну, чтобы посмотреть, что она будет делать. Она все под себя запихивает. Жадная до ужаса. Но я думаю, что это ненадолго. Потому что в том году тоже они посидят немножко. Насторожилась, смотрит она. Я рядом стою, потому что и она вот так аж замерла, получается. Ну, так вот, в прошлом году они тоже не сидели на яйцах. Прячет она, прячет. Но все равно, наверное, к вечеру я яйца заберу у нее. Потому что они только их испортят. И заложу в инкубатор. Тем более в фотонку прохладную. Ну, не доцепляться всем.
Все, спрятала и успокоилась. Сейчас к вечеру мне привезли еще 2 брудера. Сейчас мальчишки у меня занесут. И один убрали на переделку. Думаю, что такое? Забыла. Вот, смотри, разобрали у меня всех индюшат практически. Осталось вот что. Цесарок тоже немножко. А это резерв 70 штук. Которая у меня лежит, забронированная. Ставь его сюда. Так, аккуратно вот эту заднюю часть, боковину переворачиваем. И к стенке. К стенке, да. Никита, вплотную не ставь, потому что там этот выключатель. Все, Кирюш, этот надо... Ну вот куда ты лезешь? До конца, до стенки ставь. Да, да, да. Главное, сбоку выключатель. Все. Ай, чудо-юдо. Сильный же, конечно. Что, еще 2 брудера забрали? Да, еще 2. Третий. Какой? Там 3. А? Там 3. В смысле 3? 3. Еще один разве? Да. Нет, это Федин, наверное. А. Да. Так, вот. Ну, красота. Ляпота. Зато по светлу сниму, потому что здесь другого света у меня нет. Ляпота? Да. Да. Что там? Что там? Чужой мусор тащит, да? Дом. Так, да, удобненько, все хорошо, просто замечательно. А это что, пою мамку? Да, и еще сверху потом встанет один, который переделают. Что, классно, да, Вань? Конечно. Вообще классно. Нормально. Готовимся к выводу на 24-е. Ну, поддон вытащится. В принципе, мне места хватит. Я ж не такая большая все равно. Опять сегодня мы все про хозяйство, про хозяйство, про хозяйство. Ну, а куда деться? Потому что каждый день все равно одно и то же у нас. Ну, вот получается, снимала утром. И снимаю сейчас вечером. Весь день у меня руки до телефона не доходят. Вот это горит теплица внутри. Это там гуси сидят же. Вечером красиво. Красиво вдалеке горят фонари. На улице так прохладно. У меня, конечно, все нервы вымотало уже дистанционное обучение. И весь день мы только с детьми занимаемся. Хорошо, у меня девчонки на подхвате. И сегодня кушать готовили они. Единственное, что мы только в хату они прибрались. Сходили с мальчишками. И все. Интересно, сколько я еще выдержу? Вот мне кажется, я бы любую работу переделала. Это не так страшно. Как вот это вот дистанционное обучение у нас получается. Сложность в том, что нас много, и какие-то темы приходится, да, действительно заменять учителя, какие-то темы объяснять, решать с ними вместе. У меня глаза болят от компьютера, от планшетов, поэтому сложно. Поэтому простите, что у меня только утреннее, вот этот мой обход пока еще свободно. Утром кашу сварила и пошла. Теперь получается, что выйдя на улицу, куда-то в хатон, я просто морально отдыхаю. Ну, я надеюсь, что это все скоро закончится, и все будет хорошо.